вся общая лечебная сеть и фтизиатрическая служба работают по определенным приказам. Считается, что при измененной реактивности на туберкулин, при увеличенной или гипераллергической реакции МНТУ, ребенок должен быть направлен на рентгенобследование. Поскольку этот метод единственный досконально выявит изменения и выявит их на ранней стадии. То есть это же самое главное, выявить вовремя и выявить небольшие изменения, те, которые будут достаточно быстро и легко, и без наличия остаточных изменений излечены у ребенка. То есть основная цель – выявить изменения, которые есть или могут появиться в легких или внутри грудных лимфоузлах. Поскольку у детей считается, что туберкулез в первую очередь начинается с лимфоузлов. У взрослых или у подростков более старшего возраста – это легкие. А у детей – это внутригрудные лимфоузлы, изменения в которых мы можем увидеть, конечно, только на рентгенограмме.